Слава Богу за то, что мы имеем такую возможность посещать церкви за мирное время в нашей стране. И я хотела немножко очень кратенько, чтобы не задерживать время, просто поблагодарить Бога за то, что Он делает в моей жизни, хотя не всегда все понятно, не всегда ты что-то можешь принимать. Очень краткое свидетельство, не буду в подробностях говорить. Совсем скоро ноябрь, и я понимаю, что вот я сейчас сижу на своем месте, меня мысли наталкивают о том, напоминаю, что произошло в моей жизни когда-то 4 ноября. Я долгое время работала и училась в Минске, и был 4 ноября, это была суббота, рабочая суббота в стране. А у меня был тогда выходной, и мы договорились заранее с нашей молодежью о том, что они приедут в Минск, и мы вместе проведем время. И я вот ожидала этот день, субботу, и просто сидя на своей работе, я работала на отработке на заводе «Интеграл», и просто у меня такое побуждение приходит, что вот я как будто бы хочу взять пост и просто один день выделить для поста и молитвы. Я так думаю, ну странно, обычно плоть не очень хочет в пост или еще что-то, такие моменты, когда ты обременяешь ее. Ну, я подумала, хорошее желание, нужно использовать его. И просто один день вот я молилась, просто беседовала с Богом на работе, сидела, такое хорошее настроение было. И я просто чувствую, что у меня внутри просто Дух Святой ходатайствует, и я хочу просто, ну, просто открывать уста и просто молиться, давать возможность Духу Святому ходатайствовать за что-то. И я просто вышла из своего кабинета и просто иду по коридору и думаю, где вообще на всем заводе мне найти такое место, чтобы я могла уделить время просто для молитвы. И я просто пришла и, ну, там, в уголочек и просто говорю, Боже, прости, вот именно что здесь, ну, на всем этом большом заводе я не могу нигде найти этого места, но я знаю, что ты меня здесь слышишь. И просто вот такое несколько минут просто хорошего, такой хорошей молитвы, и все, я вернулась обратно, прошло там буквально 2-3 дня, и вот наша запланированная поездка с молодежью, и приезжают братья и сестры, мы договорились, что встретимся на въезде в Минск, если вот с нашей стороны Брестка ехать, вы будете знать, там несколько полос идет в одну сторону и в другую сторону. Светофора там нету, но есть пешеход. Раньше был точно там. И нужно пройти было, по-моему, 3 полосы в одну сторону, и 3 разделительная зона была, и следующие 3 полосы. Братья и сестры уже на обратной стороне, я их вижу, все хорошо. Я дождалась по правилам полной остановки транспортных средств и просто начинаю движение. Я перешла первую часть дороги, и все хорошо. Ну, еще дождик тогда шел, у меня была расстегнута куртка. И просто я ожидаю, когда остановится первая полоса и вторая полоса. Машина останавливается, все хорошо, я начинаю движение. Ну, все стоят, меня пропускают. Но в этот же самый момент, получается, из-за того, что первая и вторая полоса остановились, водитель, который ехал по третьей полосе, он не видел меня и не предпринял никакой остановки, даже несмотря на то, что машины стояли. И я его тоже не видела, только когда я уже выступила на эту третью полосу, я просто крайним вот обзором моим глазом просто понимаю, что на меня летит машина белого цвета. И просто, я вам скажу, что не было никаких там мыслей вообще. Просто внутри меня как будто бы просто мысль и сзади, просто как будто кто-то просто подтолкнул сделать очень широкий шаг. Ну, я понимаю, что физически переступить целую полосу – это очень сложно на самом деле. Но я только запомнила, что мой замок куртки, ну, ударился об фару правую, ну, то есть как бы уже, и все, и просто она сзади меня так проехала, и, ну, все так, все остановилось, весь мир остановился, выбежал этот водитель, выбежали наши братья и сестры, просто брат там был, Паша один, он просто за голову взялся и говорит, ты вообще понимаешь, что здесь только что произошло? Ну, и, знаете, просто этот водитель начал извиняться, говорит, извини, я тебя не видел. Я говорю, все хорошо, мы уже начали ехать, куда нам нужно было, помолились, конечно, поблагодарили Бога, что Бог сохранил. И знаете, я просто еду, и я понимаю,
почему Бог побуждал даже лично меня там, ну, молиться, чтобы Дух Святой просто ходатайствовал за то, чтобы Бог сохранил мне жизнь, поставил ограду. И просто вся эта ситуация, и меня брат Паша поворачивается и говорит: «Олесь, ты понимаешь, что ты просто, ты же должна Богу сейчас в кредит жить, ну, то есть это твоя жизнь спасенная. Служи ему». Я просто расплакалась, говорю: «Боже, спасибо тебе за это второе день рождения», хотя на самом деле таких ситуаций очень много, и ты понимаешь, что Бог просто хранит, но жизнь — это просто тот дар, который Бог либо дает, либо по своей воле, по каким-то обстоятельствам забирает, но мы не вправе, в каком бы ни были бы состоянии, не вправе, ну, произносить в сторону Бога какие-то слова, что «зачем я живу, как бы». Вот все могущество Бога умолять своими словами о том, что обесценивать этот дар жизни, который Бог дал для каждого из нас. И находясь сегодня вместе с вами, я просто даже хочу направить каждого из вас просто вспомнить те милости Божьи, те свидетельства, которые Бог делал у вас, в вашей судьбе, и просто чтобы мы, живя в жизни вот физически, мы никак ни словами, ни устами старались просто не умалять величие Бога какими-то словами, какими-то делами, но наоборот прославляли Его и понимали, что жизнь — это тот дар, который Бог нам дает. Слава Богу!